Сейчас мы находимся в зале Better Bodies в Нью-Йорке, где предоставилась возможность поговорить с нашими коллегами из России. Итак, перед вами Владимир, Ник, Владимир и Николай. А это Джоанна, наш переводчик. Джоанна, спроси, пожалуйста, русских атлетов, как они стали интересоваться бодибилдингом и как начали свои тренировки? Что касается меня, когда я увидел здорового парня, я сказал ему, это мой спорт. Я должен быть победителем. Сейчас это мой любимый спорт. Я очень люблю бодибилдинг. Кто из известных спортсменов вас больше всего впечатляет? В каких соревнованиях вы участвовали, какие титулы завоевали? Может быть, они выиграли какие-нибудь популярные соревнования? Они очень впечатляюще выглядят в прекрасной форме. Какие титулы они выиграли в России и здесь, в США? Что касается меня, то я мистер Япония и мистер СССР. Я думаю, я буду скоро мистер Америка. Это вряд ли произойдет, потому что у нас здесь очень много сильных атлетов. Безусловно, русские коллеги нас впечатлили. Может, продемонстрируете нам свои мышцы? Давайте. Прекрасно. All right.